Долгожданный тротуар появился на улице 22-го партсъезда. Местные жители добивались этого много лет. 120 метров асфальтобетонного покрытия проложили за счет средств бюджета округа. Разрушенный тротуар, что ведет от остановки «Детский мир» к детсаду «Вишенка» и микрорайону «Южный», мало кто называл дорогой. Японский район Туяма-Токанава, шутили жители. Любой дождь отрезал пути. Приходилось прыгать по жердочкам, протискиваться по грязной и скользкой тропке вдоль гаражей, идти в обход по мокрой траве. Особенно страдали мамы с детьми. Этой дорогой мы пользуемся постоянно. В обход ходили. Когда старшего ребенка в садик водили, тоже в обход ходили. Погрязили, лезли. Полностью в грязь ребенок залазил, проходили. Тропинки делали всякие. В основном в обход обходили. Вот так много лет писали, боролись с этим. И бесполезно. Никто ничего, никакой реакции не давал на это. С коляской вообще невозможно было проехать. Если маленькое бревнышко можно было пробежать взрослому человеку, с коляской невозможно. После многочисленных жалоб здесь, наконец, появился тротуар шириной 1,5 метра, длиной 120 метров. Работы обошлись почти в 500 000 рублей. Гарантия качества – 5 лет. Мы сейчас идем и радуемся, какая дорога красивая. А то в сапогах, в резиновых, наверное, грязь топтали. Ребенка в садик забирали с садика. Приходилось переобуваться и не знали, с какой стороны подойти к садику тоже, да. То есть зонты и сапоги. Рома, скажи, как скользко было, да? Катались? Да, с Викой катались. Сами падали и катались. Все грязные, чумазые. Спасибо, очень благодарна до глубины души. С собакой мы же тоже гуляем, и собака плавает. Ну, теперь, конечно, получше. Теперь будет хорошо. Вода уходила мимо, дорожка была сухая. Доделать нужно обязательно, потому что мусор, вот я не знаю, вывезут они или нет. И здесь бы насыпать бы травку, может, какую-то посадить. Будем надеяться, что доделают, поможет нам администрация. Также местные жители надеются, что власти приведут в порядок дорожку за домом номер 1 по улице 22-го партсъезда и внутриквартальную дорогу за Детским миром. Лариса Ульяненко, Александр Гончаров, Ирина Чуликова, 9 канал.